Бывшие первые ракетки мира, британец Энди Мара и американка Серена Уильямс, примут участие в соревнованиях среди смешанных пар на Уимблдоне. Маррей не так давно восстановился после операции на травмированном бедре. В марте он сообщил, что избавился от болей, после чего в дуэте с испанцем Фелисиано Лопесом одержал победу в парном разряде турнира Queen's Club. Что касается Серены Уильямс, перед Уимблдоном она заявила, что наконец вылечила колено и готова выступить с Марреем. 133-й уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Его призовой фонд составляет порядка 50 миллионов долларов. Действующие победители Уимблдона в смешанном разряде – американка Николь Мелихар и австриец Александр Пейя.